девушки достаточно хорошие. Интересно, что же ей надо? Почему она работает неровно? Странно. Ломили все. Вроде нормальные. Через верх попробовать почистить эти ламельки. Так. Так, вот, чтобы было понятно. Вот видите, там ламельки крутятся. Ну, вроде бы все целые. Почему? Разобрать их, проточить, что ли? Ну, попробуем. Вот он, якорь. Смотрю, нигде не цепляется. Это балансировка. Подшипник. Вроде подшипник не болтается. Ну-ка попробую сейчас микрометром замерить. Ломили вроде все чистые. Что надо, непонятно. Не насиловал болгарочку. Вторые две сотки, короче говоря. Но я на станке лучше не сделаю. Потому что точность станка ТВ-4 максимум 2 сотки. Может, конечно, и можно. Но более-менее точно. Ну, что мне остается? Почистить наждачкой. Почистить миленькой наждачкой и собрать все на место. Что начал чистить-то? Очистить начал то, что какой-то нехороший звук, как будто нет контакта. Ну, то есть щетки как будто не прижимаются к этим ламелям. Посмотрел, вроде щетки нормальные, не сношенные. Ламели в пределах допуска 1,5 сотки. Никакой подгоревшей нет ламели. Все чистенькие. Такое ТО провел. Сейчас еще раз на щетки гляну, что они себе представляют. Да вроде чистые. По высоте одинаковые. Им еще ходить и ходить, как говорится. Так вот. Внутри вроде тоже все нормально. Не знаю, что им надо. Здесь вот на статоре на самом. Опа. Выдернул. Ну, вроде все чисто. Будем собирать.
Так, подтянем вручную. Тут что-то прыгает у нас. Шуруповерт. Подтянули. Вот так вот. Там внутри ламельки, видите, крутятся. Вроде все нормально. Попробуем. Ну, пока отлично работает. То есть этот вот такой шаркающий звук прекратился. Ну, сейчас еще посмотрим, что у нас здесь. То есть, что я сделал? Я почистил ламели. Почистил наждачкой. Убрал. Может быть, накипь с них. Не знаю, как правильно выразиться. Со щеток, которая. Вот этот что-то не хочет откручиваться. Что-то не хочет один откручиваться. Наверное, хочет, чтобы я по нему постучал. О! Обстучали, пошел. Видишь ты, какой. Болтик. Видишь ты, какой. Естественно, смазка вроде бы есть, но все сухое. Странность, конечно. Все это мы сейчас смажем. Ничего не съедено, смазка чистая. Такое ощущение, просто положили сюда, чтобы было. Там вон подшипник скольжения еще. Видите, смазочка тут есть внутри, но на этих не было. Сейчас мы ее попробуем. Попробуем вот так вот сделать. То есть я провел ТО, не дожидаясь, когда у меня болгарка полетит. Посмотрите, как мягенько. Как мягенько заработало. Обслуживание провел. А что было? Еще раз. Здесь вот виднелись искры. И болгарка, шлифмашина угловая, углошлифование, работала неровно. Ну вот. А сейчас она более-менее обороты держит. Ровно работает. Не более-менее, а держит. Работает нормально. Теперь наша задача попробовать ее в деле.
Все отлично. Всем пока.